Церемония памяти жертв политических репрессий состоялась на Маске скорби. Именно здесь располагался лагерь для репрессированных. В 30-х годах прошлого столетия на Колыму сослали около 750 тысяч человек. О величайшей трагедии вспоминают ежегодно 30 октября. В честь погибших, невинно осужденных людях, их родственниках пробили в колокол и возложили цветы сотрудники пожарной части, горожане и мэр Магадана Юрий Гришан. В июне 1996 года была создана эта скульптурная композиция, и каждый год мы приходим сюда 30 октября для того, чтобы вспомнить о тех страшных временах, когда невинно осужденные люди здесь в изнурительном труде, в бараках, не доедая, не допивая, находясь под прицелами оружия, работали, строили город. Не все страницы истории до конца открыты. Продолжается работа ученых, поднимаются архивы. Есть еще многое, что нам предстоит оценить и изучить. Но самое главное, что в будущем нельзя допустить того, что было в годы политических репрессий, отметил Юрий Гришан.